Вроде как бы нормально, вроде как и странненько. У меня еще есть вот такая вот. Еще другие есть, много других. Вот так вот кусок. Сейчас уделаем. Ну, не жалко знать. Никто не может что-нибудь. Вот так, ну тоже как-то кружевенько. То есть если кофту снять, то вот так нормально. Оп. Ну, типа, нормальненько. И вот так вот накинуть. Курточку. Ну, типа, нормально. А если не куртка, если жилет. И так тоже прикольно, так тепло. Все, я вошла во вкус. Думаю, наверное, так пойду. Либо в платье том. Да, вроде же нормально, так. Ну, сколько было, это смотрелось лучше. Ну, конечно, выберу. Сука! Бля, как больно. Я долбаный лошадь. Я бы, сука, в рот ебал. Лошади тоже прикольные, но кроссовки как-то здесь смотрелись лучше. Потому что активная жилетка. Ну как тоже. Не, кроссовки здесь намного лучше смотрятся. Такая. American girl. Боже, сегодня сюда. Сейчас сюда и дебилизмом, да. Дебилизмом я. У меня такая болезнь. Ну, в принципе, ничего так. Ничего так. Давай платье. Что платье? Давай, почему? Ну, не знаю. Наверное, пойду все-таки вот так. Это как будто бы нравится. Потому что так прям... Ну, типа такая не в туфлях, а в кроссовках. Ну, в туфлях тоже, но не это... Ну, здесь туфли не подходят все-таки. Здесь больше кроссовочки. В кроссовках мы будем на аттракционы сможем. Смогу.
Ну да, сюда кроссовки больше. Сюда кроссовки больше подходят. Ну, мне будет удобнее. Комфортный. Тест-драйв еще один. Нормально. Отклонить. Ну, короче, пойду, наверное, так. Либо буду еще выбирать. Два дня же есть еще. Я так нормально. Да мне еще, мне уже нечего подбирать. Ну, конечно, не знаю. А, здесь, короче, платье. Одно. То есть его тоже можно было? Я забыла про него. Судебное его? Вот такое вот. Ой, девочки, не упали. Ой, блядь. Вот такое вот платьишко. Ну, оно такое. Очень простое, самое обычное. Я не знаю, это его тоже прикольно. А, ну сюда уже жилет нельзя, потому что это... Ну... Кринжовенько. Какой-то...